Друзья, привет! Вы смотрите «Привет, Ахмед». Мы на выставке «Россия-2023», самой культовой и статусной выставке нашей страны. Сегодня мы поговорим с Ириной Сибровой, заводчицей тайских хэшбэков, про выбор корма, почему она перешла на Crop Serious и как он подходит ее красивым тайским хэшбэкам. Ир, расскажи, вы сегодня чемпион, я тебя поздравляю. Спасибо. Скажи мне, как получилось, что ты стала кормить Sirius, потому что я знаю, ты кормила другим кормом. Да, мы выиграли на выставке корм Sirius, попробовали для наших аллергичных, не совсем, конечно. Тайские хэшбэки, кстати, да. Страдают аллергией. Голубого окраса, это ослабленный окрас, да, который страдает аллергией. Выиграли корм, попробовали, и нам очень понравилось. Собаки выглядят идеально, выход идеальный, поэтому мы рекомендуем. Скажи мне, а что для тебя значит хороший сухой корм? Из чего он должен состоять, что в нем должно быть, чтобы ты понимала, что именно этим кормом ты должна кормить своих собак? В плане, как должна состав. Выглядеть? Состав? Да. Один к одному хотя бы минеральные вещества и подбор всех компонентов корма, чтобы... Но, судя по шерсти твоих собак, мне кажется, у тебя Sirius подошел. Конечно, конечно. У нас собака не уходит в ржину, у нас собака не линяет, у нее прекрасно блестящая шерсть. Хороший стул, наверняка. Кстати, это самое главное. 100% хороший стул, потому что в состав корма Sirius входит комплекс пробиотиков, специально разработанный компанией Lipcorn для своих кормов, и собаки шикарно себя чувствуют. И я повторюсь еще раз, что... От правильной работы желудочно-кишечного тракта, от наличия правильной микрофлоры, собака хорошо ест, собака хорошо себя чувствует, и все вещества питательные и качественные, которые должны быть, там белки, протеины, те же самые там аминокислоты, пробиотики, они все усваиваются, и собака, как говорится по-русски, кайфует просто от того, что у нее хороший такой, знаете, мишленовский корм. Скажи мне, Ир, в принципе, в целом, тайский риджбэк, он очень прихотлив. Прихотлив, да, в еде, в питании прихотлив, да. Во-первых, они не все будут кушать, а во-вторых, опять же, повторюсь, да, это голубой окрас, осветленный окрас, который страдает аллергией, да. Вы даете, наверное, Sirius с ягненком, либо с индейкой. Да, да, для чувствительного пищеварения, либо рыба, либо ягненок. Идеально. Одним словом, Ирина Сиброва, заводчица питомника тайских хэшбэков Мирель, рекомендует корм Sirius. Я как ветеринарный врач, медвазив-заводчик, тоже рекомендую корм Sirius. Мои собаки его лично едят. Я бесспорно всем его могу рекомендовать. Я им доволен, так что ешьте корм Sirius, смотрите ролики «Привет, Ахмед», и будет вам счастье.